Или не срал. У меня школа была не так далеко от дома, поэтому если пиздец меня приспичивало, я шел домой, срал и возвращался. Почему? Это бред. Потому что это невозможно. Просто срать в школьном сортире абсолютно no-no. Просто вот я не срала в школьном сортире только по одной причине. У нас не было туалетной бумаги. У нас тоже не было туалетной бумаги. Но там еще не закрывались дверки, там еще было полметра высоты, еще тебя могли там как-нибудь, пока ты сидишь орлом, как-нибудь над тобой поглумиться. Ну, короче, это самая унизительная вещь на свете. А когда я вырос, я понял, что ничего страшного. Я могу на любом вокзальном сортире прекрасно посрать и буду себя чувствовать охуенно. Это такая степень свободы. Те люди, которые не могут срать в общественном сортире, они же на самом деле прогнозируют свое перемещение по городу, по стране, с учетом как бы от срачки до срачки. Они не могут просто взять и уехать на 3 дня в пустыню, потому что они понимают, что им придется срать.